Девчонки, всем большой привет! Привет любителям орхидей! Девочки, вы много раз меня спрашивали в комментариях: Аня, как твои парфюмерки? Мои парфюмерки остались в количестве одной штуки. Девочки, ну вы помните, я показывала вам видео, как я их получила по почте, как я их распаковывала, в каком они пришли состоянии без корней. И вот одну из них мне удалось спасти. Мы с вами прокапывали толстянкой в центр розеточки. Я их посадила в одноразовые стаканчики, обе. Но та, которая Diffusion, не выкарабкалась. Она была в худшем состоянии, на ней практически не было листиков. Она их всех посбрасывала, листики. Это тоже сбрасывала, но вот эти два нижних у нее все-таки остались. Посмотрите, какие они клевые. С таким принтом. Обалденные, да? Вот все-таки парфюмерки, они классные. Девочки, абсолютно не имею представления о том, как они пахнут. Какой аромат это Одорион. У меня было две, Diffusion и Одорион. И вот Diffusion просто скинула все листья. Корни вроде как начали расти, и динамика пошла положительная после того, как я стоком толстянки прокапала. Ну, на этом все и закончилось. Она как бы бросилась в активный рост. Видимо, как знаете что, толстянка стимулятор хороший, растительный. Она именно стимулятор, но если силы негде взять, она сил не придает, она просто дает толчок. Ну, а если толчок дан, а нету ресурса, то никак. Я, конечно, огорчена, но что поделаешь. А это развивается нормально. Вот даже, по-моему, еще один листочек. Да. Еще один листочек идет у нас из серединки. У нас много новых корешков. Мох она хорошо приняла, ребята. Посмотрите, какие у нас корни растут. И даже повылезали. Я сделала паяльником дырочки. Обычный стаканчик. Видите, сколько здесь? 300 миллилитров. И она потихонечку осваивается. Видите, как здорово. Корневой рост нормальный. На хорошо. Не супер отлично, но на хорошо. Тут где-то был один корешок, который мне не понравился. Видите, как она стелит корни по дну горшочка. И потом раз. И не по спирали, а пошел корень наверх. И, в общем-то, легко поливать. Вот так у меня в стаканчике стоит. Вниз водички налила, поставила, мох подтянул и все. Брызгаю, брызгаю водичкой. Вот она сейчас влажненькая. Чистенькой водичкой из пульверизатора я брызгаю. И не только ее, все орхидеи. Солнечный теплый день. Грешу водными процедурами. Ну, не боюсь. Если орхидея изначально сильная, кстати, вот, ребят, активный рост. Активный рост. Шея у нас, видите, тоже была с проблемой. Я тут шею штукатурила Максимом. Там чернота даже была. И вот с этого места, там, где... Кстати, вот именно вот этот экземпляр у меня очень много вызывал подозрений. И я на него ставки не делала, потому что вот здесь просто был выгнивший кусок шеи. И посмотрите, из этого гнилого участка, видите, какие, ну вот корень этот красивый. Вот пошел новый красивый корень туда, в мох. Я просто обалдела. Мне как-то Diffusion казался более на тот момент стойкий. Ну вот так и думаешь. Большой вот этот лист вырос уже у меня. Вот эти маленькие. Ее при покупке были нижние листочки. Потом она болела. Видите, какие маленькие листики. Вот когда орхидея болеет, вот такие маленькие листочки растут. Слушайте, там еще корень, что ли, пробивается. Девчонки, видите, из шеи. Ну, пускай наращивает себе хорошую шейку с хорошей корневой. Я буду только рада. Девочки, вы правильно говорили, цветение года через два, наверное, дождусь, но я не спешу. Еще успеем вдохнуть аромат этой красотки.
Ну, в общем, поливаю вот так вниз водички. Она подтянула, но периодически я сверху, конечно, пробрызгиваю. Сверху, потому что верх тоже пересыхает очень хорошо. Мне нравится мох, нравится в нем, как растут орхидеи. Не знаю, девочки, кто боится мох? Это обычный наш с Украины. Наш мох мне прислал мужчина его по почте. Где-то он живет, мне кажется, в Прикарпатье. Наш местный мох, живой. И мне знаете, что нравится, девчонки? Сейчас вытащу. Вот какой он такой зелененький. Вот особенно, когда он начинает расти в посадке. Видите, как здорово. И орхидеям нравится. Посмотрите, как они держатся корни. Вот такие у них. Видите, беленькая, похоже на пушок. Присосочки такие, как-то аж они называются. Вот так они к поверхности прирастают, корешки. А, посмотрите. Здорово. Потом вот мы, когда пересаживаем, бывает раз и отдираем. И вот этот мох, смотрите, как он себя хорошо в посадке ведет. Думаю, что он просто качественный. Сейчас потеплеет, у меня там еще немножко есть. Но надо будет еще прикупить мха. Я просто, девочки, на OLX зашла, нашла живой мох. Вообще, я даже ни отзывов не знаю, ничего. И ребята мне прислали, я довольная. У меня было 2-3-литровые банки мха. И вот смотрите, как они здорово растут. Им так нравится. Вон, смотрите, какой ярус листьев нарастила парфюмерка. Ничего не делаю, никуда ничего уже не капаю давно. Просто обычная чистая водичка. Ну, листики протираю то с лимонной кислотой. Кстати, янтарку я еще... Сейчас мне мысль пришла, что я давно не использовала янтарку. Девочки, ну янтарная кислота, она же тоже стимулятор. Лимоша шлет вам привет. Слушать внимательно нашу с вами лекцию по поводу ухода за орхидеями. В общем, девчонки, обещала, показываю. А то пишите, говорите, Аня, покажи уже, что там твои парфюмерки. Вот, вот, девочки, одна осталась, так жалко. Ну, хороший тургор у нее, она же вообще такая, они вот это, уши висели, корней нет, ну, обняться и плакать. Но сейчас вот прям смотрю и радуюсь, стоит она у меня на подоконнике. Ну, когда будет сильно солнце уже палить, у меня южная сторона, я, конечно, буду либо притенять, либо буду подальше от окна убирать. Ну, загорит, конечно. Вот этот листик такой, видите, отлив у него бурячный. Ну, он просто уже давно в орхидее, но она его пока держит, все нормально. Меня заинтересовала вот эта вот история с новым корешком. Что-то он там пытается пробиться. Видите, девчонки, как я толстянкой капала, еще на листах остались пятна на листиках. Новый листик симпатичный вырос такой, видите? Надеюсь, что вот этот новый вырастет больше, чем вот этот предыдущий. Ну или хотя бы такого же размера. Ох, надеюсь, что кустик подрастет. Пока у него, конечно, величина 2,5, наверное, да, девочки? Он такой нормальный экземпляр. Я считаю, что это уже можно назвать сильным экземпляром относительно, да, вот такая девчонки корневая, корни жирные, растущие кончики. Я считаю, что уже прогресс. Посмотрите, сколько... О, оттуда тут, смотрите, сколько растущих корешков. Видите, кончики проглядывают. То есть все нормально. Это получается новые все корни. То, что там у нее практически не было корней, которые доросли до самого низа горшка. И вот этот вот вылез. Вот еще один. Слушайте, там корневая приличная. Вот тебе и мох, девочки. Вот вам и живой мох. Так что мотайте на ус. Не бойтесь, пробуйте. Пробуйте, высаживайте в мох. Ничего сложного в этом нет. Я не знаю, я так боялась раньше мох. Думаю, все сгниет там, это вот. Нормально. Очень даже неплохо многие растут. У меня и леодора растет, и все. Ну, все, не все. Азиатские у меня растут. Я вот эту Shiny Girl перевела, я вам показывала. Но мне кажется, зря.
потому что все-таки в Корее как-то суховато. Но я думаю, что она уже адаптируется потихонечку. Но там у нее кора и мох вместе. Все-таки, когда орхидеи азиатские, хотя это не азиатская орхидея, ей тоже понравилось, но азиатским особенно нравится растить вот корешки в такой вот наш мох, который вот имеет такую пористую структуру, причем он живой, он растет, смотрите, как он зеленый. Я не делаю так, чтобы он пересыхал, там, чтобы он хрустел полностью, нет. Полила, смотрю, вот стал такой же, ну вот такой, как на поверхности. И даже по весу горшка, девчонки, видно, вот берешь стаканчик и понимаешь, вот сейчас вот тяжеленький, а когда высыхает, вообще легкий-легкий. Добавила водички, поставила и все. Пока осваиваем вот это вот пространство. Думаю, тут еще не один год, кстати, понадобится на то, чтобы это пространство все освоить. И мне передышка с пересадками. И потом уже будем посмотреть, насколько вот будет уже ситуация, чтобы она, главное, нарастила массу листовую. И думаю, чтобы она не начала вываливаться. Ну, подстаканник есть, все, все нормально. Так что, девчонки, вот так вот живет, поживает моя парфюмерная фабрика Одорион. Надеюсь, что скоро меня порадуют своими ароматными цветочками. Хочу домашнего цветения Одорион. Знаете, что ими не попадаются в торговых сетях, в цветочных отделах? Как-то не знаю. Такая варигантность у нее. Такая красотка. Но они, конечно, девочки с характером. Ну, осталась, в общем, я без Diffusion. Но ничего, еще все впереди. Все, друзья мои. Всем всего самого наилучшего. Всем мирного неба. До встречи на канале. Пока-пока, ребята.